Пресс-конференция прошла в русской чайной традиции на летней веранде музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина. Самовар, пузатый чайник-заварник, мед, фарфоровые чашки на блюдцах и наши национальные чайные угощения – блины, баранки и пряники. В такой неформальной обстановке под лучами августовского солнца автор проекта «Classic Open Air» «Голоса Пушкина» Вера Кононова рассказала журналистам о том, что же будет происходить здесь, в усадьбе Захарова, 1 сентября. Здесь, в Захарово, уникальная атмосфера для того, чтобы сделать исключительный классик Open Air, сделать атмосферу ожившей усадьбы с голосами Пушкина. Захарова, нам кажется, будет очень красиво, когда придут люди и смогут не только послушать и услышать эту прекрасную музыку, строки Пушкина, но они смогут посетить музей и окунуться в атмосферу того времени. Вместе с Государственным духовым оркестром России под руководством Андрея Колотушкина выступят солисты Большого театра и театра Геликона Пера, Михаил Гужов и блистательная Лариса Костюк. Также наряду с этими известными исполнителями сцену разделят заслуженный артист России, солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Андрей Батурин, ну и, конечно, сама обладательница чудесного лирико-драматического сопрано Вера Кононова. У усадебного дома Марии Алексеевны Ганнибал, бабушки великого поэта, гостей встретят пушкинские персонажи. А дорога со свечами приведет посетителей к Нижним прудам и оперной площадке, где в 20:00 начнется грандиозный гала-концерт. В качестве предварительной программы гостям предложат чай из битень по рецепту Марии Алексеевны вместе с сушками и пряниками. Дети тоже не будут скучать, их ждут народные песнопения и хороводы. А девушки-крестьянки, прогуливающиеся по усадьбе, будут плести венки и приглашать на народные славянские гадания.